Еще один фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры пройдет в Изборске с 3 по 4 августа. Его название – «Железный град». Участниками мероприятия станут более 100 реконструкторов. Программа фестиваля включает торжественное открытие, парад представления клубов, показ исторического костюма, сражение по правилам маневрирования, турнир лучников, конные состязания. Программа сражений пройдет с использованием пиротехники и различных макетов. Для всех гостей мероприятия у стен Изборской крепости состоится концерт средневековой музыки. Главным мероприятием фестиваля станет конный рыцарский турнир, запланированный на 4 августа. Организаторы отмечают, что состязание будет максимально зрелищным, с приближением к реалиям 15 века. Реконструкторы продемонстрируют приемы обращения с мушкетами, пиками и артиллерийскими орудиями. В ходе фестиваля посетители познакомятся с повседневной жизнью в военном средневековом историческом лагере, расположенном на плато над Городищенским озером. Там будут работать стилизованная детская площадка и средневековая ярмарка. Адрес проведения фестиваля – Печерский район, деревня Изборск, плато над Городищенским озером.